блинчики, всякие эти, всякие горочки. Сплатили. Сколько? 15 евро за человека. Очень круто. Рекомендуем. Будете в Бухаресте, обязательно заедьте и помойте свои косточки. Они занимают сразу несколько. Что вы скажете по поводу своей наглости? Недостаточно. А, ну еще наглее будет. Но вот у вас еще... Маловато будет. У вас еще несколько лежаков в запасе. Зайти в интернет через бесплатный Wi-Fi. Маленький Слава и большой Стук. И невидимый Дрим. Дверь, которую немножко затопило. Сейчас Слава через нее пройдет вовнутрь. Ледяная дверь. Все, увидим его там. Нет, не по йоге, по пилатесу.